всем, кто разгадал мою пасхалку. Это было 2 человека. 2 лайка, ребята. Как и обещал, в пасхалочке под видео внутри. По времени, честно, не скажу. В общем, ссылочку, ребят, мы вставляем на ВК. Наименование VIP. 7 дней. Количество призов 1. За лайки. Определить под победителя. И так, у нас победитель Влад. В общем, всего 2 участника, я их поздравляю. Влад, если ты смотришь этот видос, свяжись со мной в ВК и напиши имя персонажа. В общем, буду рад. Привет всем, привет всем, привет, 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 с вами Лига Music Wars. Сегодня у нас обновление. Все ждали 8 числа, ну, как я и говорил, это рандомная система. В общем, значит, скорее всего, осеннюю акцию начнут немножко раньше, но радость не там. Наконец-то я купил 3 подарка. В общем, косяки за косяками. 404-я ошибка, которую наблюдали все, начиная с полночи и примерно где-то до 12 часов дня, все радовались. Вроде как бы и подарки, в общем, многие, получается, узнали о подарках и содержимом только из тусовок в клубе. Я также сделал, я просто в клубе потусовался и тоже стал просвещенным. В общем, кто-то открывал подарки, кто-то, получается, по десятке начал выкупать, еще не зная то, что выпало из клубов. Но сейчас у нас уже более-менее видно. Итак, у нас в подарочках выпала Сирис. Ну, для меня неинтересная вещь. Для турнирных боев и клановых боев так и будет оставаться. Сколько выкачаю за бесплатки, столько выкачаю. Качать я его не буду. Жук. У многих его вообще не было. Его не было вообще в 4 года, ребят. 4 года назад, соответственно, по уровню машинок. То есть сначала видите, смотрите, вот первый год, второй год, третий. Считайте, четвертый, 4 года, то есть 4 года назад был введен жук, и наконец-то его решили проапгрейдить. Падал он в первый раз, эту систему, в общем, тестировали, падал он очень плохо, и поэтому сейчас, ну, то есть я его, наверное, буду выкачивать. Выкачивать буду на хотя бы плюс 3 или плюс 4. Он немного дает, конечно, к характеристикам, но уже хороший, короче, результат. И питомец, ребята, Таргон у меня 11 уровня. Ну вот он у меня болтается здесь. Я хотел его в свое время выкачать до 16, но мне он не попадался. Так что здесь, скорее всего, будут бесплатки. И я на 1004, может 5 еще выкуплю, посмотрю. Если хотя бы выпадет, ну, на плюс 15, там плюс 13 уже, то есть будет хорошо. Потому что, судя по сообщениям, я уже понял, что дроп совсем, ну, никому не очень не понравился, так скажем. Что же интересного, ну, имею в виду, ну, в обновлении. Обычно я все новости узнавал из форума. А сейчас на форуме даже новостей не было. Но самое смешное было, что когда с утра проснулись админы, они поставили картинку с эльфами с Нового года. Это я долго смеялся, ну ладно. Пусть хотя бы как-то, но закрыли дырку. Вот это поворот! Ну, подарка, в общем, ребята, будет до дня рождения, где-то до 15, наверное, сентября. Там надо будет еще посмотреть. Не забываем, что в сентябре будет апгрейд студии. И будет ли не будет 31 уровень. Так что у кого есть ключи на 30 уровне, то есть сохраняйте, ребят, на всякий пожарный. После дня рождения откроете в случае чего. Ну ладно, всем счастливо, всем пока. А что вы будете качать, пишите в комментариях. Я буду качать жука немножко.